Привет всем, друзья! Вот снимаю видео я из своего отпуска, который только что у меня начался. Вот сегодня я хочу показать купе. Поезд этот идет до Иркутска от Адлера, поэтому номер 242. Если вам интересно, то покажу сейчас. У нас купе повышенного комфорта. Оно состоит вот такое маленькое совсем. Это считается мягкое купе. То есть вот как-то я думала, что это обычное жесткое, как в электричке, но нет. Вот это купе считается мягким. И мы еще не разложились, я решила просто сразу же снять. То есть для тех, кто интересуется, какие купе повышенной комфортности в 242-м Адлер Иркутск, вот вы видите, да, то есть какой повышенный комфорт вы можете наблюдать. Нету форточек. Мне сказал проводник, что, собственно говоря, форточек вообще сейчас в купейных вагонах нету, только в плацкартных. И для тех, кто остается на моем канале, я покажу, сколько вещей мы взяли. В принципе, мы поехали вчетвером. Мы взяли вот одну такую огромную сумку. Она у нас действительно очень большая. Там у нас с моей дочкой вещи. А здесь у меня с собой фототехника, а здесь у меня с собой видеотехника. Здесь у нас вода мы купили. Здесь у нас некоторые вещи, которые мне нужны в поезде. Дочка уже разложилась. Как видите, трудяжечка опять пишет, опять рисует. То есть здесь у нас еда находится совсем немного, да. Здесь у нас находятся детские игрушки, которые никуда не влезли. Детский рюкзачок, который, в принципе, практически как мамин, да. Вот, на секундочку. Практически как мамин. Здесь у нас для девочки все, что нужно ей в поезде. Мы вот запасливые такие белочки. Здесь у нас бабушкина сумка. А бабушкин чемодан тоже довольно-таки большой. А здесь у меня очень интересный чемодан. И я думаю, что когда мы приедем, я обязательно сниму видео относительно того, как я вожу все вещи, которые мне нужны для моей красоты, для мытья, для всего такого женского. И это у меня целый вот такой вот огромный чемодан, который практически как бабушкин, где все ее вещи. И здесь у нас вещи ребенка тоже кое-какие вместились. И есть у нас еще вот такая вот штучка, папин рюкзак. То есть вот здесь, вот в этом рюкзачке, все вещи, которые нужны папе на долгосрочный отдых. То есть вот папина, да, и дальше наша, там тоже наша, то есть вот таким вот как-то образом. Ну вот, мои дорогие, я примерно вам показала, как это все выглядит, показала вам купе, а следующее включение сделаю, возможно, из какого-нибудь интересного места, а если будет совсем скучно, то поснимаю в окно на какую-нибудь интересную тему, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Вам я всем желаю всего самого хорошего. Оставайтесь на моем канале, следите за мной в Инстаграм. Я думаю, что мы проведем замечательный отпуск вместе. Для тех из вас, кто собирается в Иркутск, я покажу, действительно, есть ли смысл в Иркутск ехать, есть ли смысл ехать туда с ребенком, какие места лучше выбирать для этого отдыха. Ну, а сейчас я буду раскладывать свои вещи. Всем пока-пока и до встречи в следующих моих видео.